Меня зовут Роман. В данный момент я выступаю под проектом Ямнор. У меня их несколько. Проект Ямнор — это такой коммерческий дипхаус. Я бы его назвал по-другому. Это уже не дипхаус. Это даже ответвление от дипхауса. G-хаус, типа гэнгста-хаус. Я думаю, что сегодня будет отличная вечерина. Основная задача — это донести дипхаус до тех людей, которые слушали коммерческую музыку в клубах, но тренды меняются, соответственно, нужно переходить на более правильное звучание. Положение меняется в лучшую сторону, люди привыкают к этой музыке, люди уже знают эту музыку, они ее слушают, знают артистов, и это хорошая тенденция. В Хабаровске и в других городах, Дальний Восток, в принципе, он как-то, ну, быстрее складывает эту всю культуру. Мы все вместе двигаем это направление, и, в принципе, у нас это получается. Такая музыка вообще под формат просто жизни. Тебе он вообще как? Понравился? Крутой? Очень понравился, очень крутой. А очень люблю его музыку, пришли специально его послушать. Я не первый раз, он уже приезжал, мне очень понравился, и поэтому я вернулась, чтобы его послушать. Играет мой любимый дипхаус. Всем привет, меня зовут Ямнор, специально для Nightlife Хабаровск. Передаю всем огромный привет, следите за нашим творчеством лейбла ABCD, и увидимся на лучших танцполах Дальнего Востока. Молоко, спасибо, Nightlife Хабаровск.